Ну вот, мой любимый Стокгольм. Как-то мы гуляли, зашли на одну из набережных. Ну, погода была, конечно, не кайф. И ветер был такой сильный достаточно. Но вот видели здесь шикарный памятник, напоминающий ухо. Он там вдали, сейчас я вам поближе покажу. И шведы называют этот памятник ухо КГБ. Вот, видите, действительно, памятник направлен в сторону бывшего Советского Союза России. Вот он называется «Ухо КГБ». Очень здорово, да, назвали? Ну вот, рассказал вам про всеслышащее ухо, наше родное. Все, пока, всем привет.